эти два комплекта бюджетного варианта. Здесь тут шампуры, мангал. Шампуры самые простенькие. Чехол для ножа, как там. 6 стопочек и фляжка. Этот плоский комплект получается такой футлярчик. Этот у нас вот такой, ближе к такого типа кейса. Выходит. Дальше. Здесь у нас стопочки побольше. Идет открывалка, штопор. Тяпка большая. Нож разделочный. Вилка такая вот, ложка-вилка для мяса. Фляжечка. Здесь у нас идет комплект мангал. 6 шампуров. И барбекюшница. На все паспорта. Он пошире чуть-чуть. Оп. Выпала фигулька. Вот так закрывается. Вот так эти выглядят наборы. Черного цвета. Набор. Здесь вот такие рюмочки идут. Нож немножко другого типа. Вот такой нож идет. С наборной рукояткой. Вилочка. Ну, это все крепится. Сейчас просто в таком состоянии, пока разбирал. Тяпка тоже большая довольно-таки. В общем, 6 мельхиоровых рюмок. Вот такая вот штуковина. Здесь поднос. К нему идет тоже. Такой. Ну и по классике, естественно, шампуры и мангал. Хорошо контрастирует красный бархат на нем. Все это нормально смотрится. Вот такой комплект. Здесь у нас идет барбекю, мангал, шампуры, 6 вилок, 6 рюмок, большой поднос, большой нож. Топор и вот такая вот для мяса тоже здесь установлена, плюс еще фляжечка и штопор, открывашка. Вот так это все дело смотрится. Так, и сейчас я его так пододвину. Значит, в кейсе, в кожаном, здесь у нас 6 таких рюмок, нож большой, такое литье медведя, у топора литье орла, вилок. 6 штук. Вилка для мяса. 6 ложек. Штопор. Открывашка. Фляжка. Здесь вот такой поднос. Дальше здесь
такой поднос еще мельхиоровый. Мангал расширенный. Здесь 4 вот такие стопочки еще. Фонарь, карты, зажигалка. Значит, тарелочки маленькие, мисочки, 6 штук. Вот такой вот большой комплект, очень крутой. Вот так это все дело закрывается. Вот такие вот комплекты, друзья. Решил на видео показать. Кому интересно, пишите. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на мой канал на YouTube, Instagram. Всем пока!